Год малой родимы як істотный стимул во умацаванні позитивного іміджу мясцовых территорий. Гэтую тему сёння обмярковали у Брагіне. Своим опытом и думками поделились керавники идеологичной вертикали, громадских организаций, а так само сродков массовой информации. Якія были расставлены акценты у год малой родимы и якія планы ставят на будучыню, даведаўся Дмитрий Котаў. Гэты год сапраўды стал годом обновления и добраўпарадкавання. Хоть гэтая тема и ранее не заставалася поза увагой. По шарзе приведены у полный парадок Жлобин, Рогачов, Будакашалёва, Ельск, Ветка и Житковичи. Сёлета новое обличье атрымал Брагін. Тут реконструированы аутостанция и дом культуры, а спортивная школа и школа мастацтваў нарэшце набылі постоянное место прописки. Однако допомогой областных уладов справа не обмяжуется. Мясцовые жыхары так само жадают примать непосредный удел у развитии своей малой родимы. С минулого года у Брагінска в районе дзейнічае совет по устойлівым развіцці. У яго составе старшыні сельскіх советаў, прадпрымальнікі, прадстаўнікі некамерцыйных структур. Агульнымі намаганнямі яны імкнуцца праз разнастайныя ініцыятывы зрабіць свой край яшчэ больш прыгожым і утульным. Люди с удовольствием включаются и делают это для того, чтобы развивать нашу малую родину. Потому что мы хотим сделать наш район уникальным, привлекательным. Мы хотим, чтобы в наш район ездили туристы. И самое главное, чтобы в наш район возвращалась молодежь и понимали о том, что своя территория, своя малая родина очень дорого. И, наверное, нигде мы не будем так себя хорошо чувствовать, как в своей малой родине, на своей малой родине. Один из важных накірункаў у работе идеолога в области – взаимодействие с молодежными организациями. Важно не только привести у парадок территории, але и заховать зробленное. Отказность за это на молодым поколении. Наша молодежь при благоустройстве территории, при покраске скамеек, лавочек, они придают этому еще большее значение, потому что они благоустраивают в первую очередь свою малую родину, наш населенный пункт, Лельчицкий район в целом. У год малой родимы работа по добраўпарадкаванні на Гомельшине узмацнілася. Проведено 2300 субботников на 600 больше, чем летась. Частей стали проходить святы вёсак. Сёлета их отбылося амаль 350. Гэта таксама вельмі важно для умацавання позитивного имиджу мясцовых территорий. Сёння практично у кожным районе есть свой фестиваль, знакаміты далеко поза межами в области. Однако необходимо, каб у перспективе любый город мел уласный имиджевый проект. И менавіта тому, корыстные такие сустречи. Обмен опытом и думками позволяет запозычить нечто интересное для працы на своей территории. Нам действительно есть чем поделиться. В Гомельской области накоплен серьезный опыт по развитию территорий. Очень приятно, что сами граждане проявляют инициативу по благоустройству и наведению порядка на своей малой родине. И во многом благодаря средствам массовой информации не только местные жители, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом, услышали этот призыв и вернулись на свою малую родину, чтобы в нести свою лепту в ее развитие. Год малой родимы протягнется до 2020 года уключно. Еще шмат треба зарабить. Добрый, коли кожны будет памятать об отказности за парадок вокруг своего дома. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Брагіна.